Татьяна Тютюнина увлеклась вязанием не так давно, но на ее счету уже более 100 работ, в основном это ажурные салфетки и шали. Накануне в библиотеке имени Маяковского прошла выставка авторских работ зауральской мастерицы. Все работы Татьяны уникальны, в каждой из шалей авторский узор. Но самое важное, что для нее эти работы стали волшебным исцелением. 6 лет назад Татьяна перенесла тяжелый инсульт, а с помощью вязания постепенно она смогла восстановиться полностью. Есть провидение свыше. И вот я считаю, что после моей тяжелой болезни мне как бы вложили в руки мои, в душу мою, то, что я должна что-то делать такое, которое могла бы преподнести людям, показать, что нужно жить, нужно творить и видеть вот эту красоту.